и про тренд, и в бизнесе 2024-2025 года. Я, конечно же, совсем не эксперт, как и что. Мы очень ждем, что Starship полетит нормально, и это откроет дорогу в космос и всех взбодрит. Мы очень надеемся, что получится действительно с AI, что Nvidia сможет и другие смогут выпускать много микрочипов, а Китай не начнет мочить Тайвань, и микрочипов действительно будет производиться много, и это все развиваться, и могут быть, ну, множество полезных вещей с AI связанных. Да, и я очень надеюсь, что, может быть, как-то удастся продавить ситуацию в социальном плане. Вот война, которая сейчас происходит, что, может быть, удастся людям как-то объединиться, какие-то социальные, сделать проекты на базе консолидации против войны, на базе консолидации антивоенных инициатив, может продвинуться идея мета-страны, например, network state идея продвинуться, так как есть очень мощные проблемы и у украинцев, и у русскоговорящих. Проблемы в жизни, в вынужденной эмиграции. Я надеюсь, что, может быть, как-то вот в этом. Мне интересны эти направления. Хотя, безусловно, литиевые родники, рудники там и много-много всего другого будет только расти, потому что мир переходит на рельсы электромобилей. Да.